правила ДЗК. Один из комиков загадывает ответ. Остальные пытаются рассмешить его своими вопросами. Если комик засмеялся, загадывает следующий. И так можно играть, пока не надоест. Ребятки, этот выпуск ДЗК мы ждали очень долго, потому что сегодня к нам приходят наши братишки, с которыми нам будет капец как комфортно, капец как классно, а вам будет капец как смешно. Итак, встречайте, у нас в гостях человек, которого часто видели возле президента, Руслан Ханумак. Человек, которого часто видели возле человека, которого часто видели возле президента, Эльдар Кабиров. И человек, которого никогда ни с кем не видели, Женя Ильченко! Он же приколист в стиле Марка! Привет, Жека, здорово! Здорово, здорово! Привет. Это мы решили вести традицию, чтобы гости приносили вам какие-то подарки. А что оно означает? Что оно означает, Жень? Зачем ты это принес, объясни? Типа, как называется? Это рога, правильно? Золотой рог. Правильно. Ребят, ну, мы не будем это обсуждать. Никогда мы это не обсуждали. Руслан. Нет, второе место. Чемпион не просто Лиги смеха. Никто уже не помнит. Там тоже на попал. Окей, первый чемпион Лиги смеха. Давай. Эльдар, мент из пациков. Ого, ты вообще мои. Кстати, ты мои заслуги Лиги смеха вообще, да, не считаешь? Самый задаваемый вопрос. Че ты там давишь здесь постоянно? Ну вытри. Самый задаваемый вопрос? Это бред. Самый задаваемый вопрос. Повтори. Самый задаваемый вопрос. Надо давить прыщики перед эфиром или не надо давить прыщики перед эфиром? Как оказалось, нет. Эльдар, еще один вопрос. Можно? Да. Луганск, это Украина? Ребята, естественно. Как хорошо, что ты поменял свое мнение. Короче, самый главный задаваемый вопрос. Когда будет второй сезон пациков? Рейтинг проекта 4,2. Это о чем нам говорит? Это говорит о том, что никогда в жизни больше. Так и расскажите. Нет, чуть-чуть до пятерочки, да, не хватило? Чтоб отлично было. Я помню, пацики вышли 2 года назад. 2 года назад. 2 года назад. С тех пор я вижу у вас новые шмотки. Ну, вы одеваете новую одежду. Но это со старой съемок. Значит, денежки откуда-то берутся. Чем вы занимаетесь? Где вас? Ну, честно, вас в проектах, мы перестали видеть вас в проектах. Где вы? Что вы сейчас делаете? Может, вы что-то готовите, сюрприз нам? Мы сейчас производим кино в компании «Квартал». И я думаю, через годик можно будет все лицезреть. Но это не «Пацики 2». Слава богу. Если кого-то мы расстроили, то... Есть какой-то тизер, где мы можем почитать про это кино? Были ли уже какие-то презентации? Ничего не было еще. Ничего нет, это секрет. Вы можете пока не выпускать этот выпуск, дождемся. Это вообще, ты понял, это информация пикантная. Первый раз тут звучит, никто не знал, что они готовят. Мне кажется, информация... Да, для тех, кто не шарит. Есть на «Квартале». Такой еще звукач по телефону. Да, нормально. Паш, можешь ебало завалить? Пиши немного. Не работает, срывает микрофон. Срывает микрофон. Давай подправим. Короче, Ребза, расскажите, вы занимаетесь сейчас, пишете, снимаете кино. Так. Что-то нам какую-то тайну раскроете. Называется «Дикие истории». Опа. Это альманах, набор короткометражек с очень странными поворотами. Короче, смотрите, суть в чем. Мы с пацанами на короткой ноге, мы с ними давно дружим. И очень хотим побыстрее поиграть уже в ДЗК. Да? Мы готовы? Да. Готовы? Давайте пошумим и поиграем. Бро, смотри, важная информация. Крутой розыгрыш на крутой футбол продолжается. Миланское дерби, миланский Интер против Милана. И все это организовывает «Фаворит Спорт». Да, это одно из самых жарких дерби в Италии. Помимо того, что там будет жарко, там еще будет и очень весело. Потому что вместе со всеми поедет Витя из Загорецкой. Вау, я не понимаю, почему ты ждешь. Переходи по ссылке в описании. Возможно, именно ты выиграешь. Погнали! Могу начинать? Да, загадывай. Угу. Ой, ты такой интересный. Все, ладно, я пошел в жопу. Ну подожди. Все, ладно, я пошел в жопу. Встает Грист такой и говорит: все, ладно, я пошел в жопу. Добро пожаловать в Семиз. Все, ладно, я пошел в жопу. И передайте вашему Глова. Все, ладно, я пошел в жопу. Русик, ну ты заебал за мной ходить.
Все, ладно. В жопу. Пародия, нахуй. Анатолич, ну не дам я тебе интервью. Все, ладно, я пошел в жопу. Эй, джин из жопы, это было мое последнее желание. Все, ладно, я пошел в жопу. Джин из жопы? Ну ты посмеешь жопу. Шо барских на ночь буду его говорить? Почему все в курсе, что они пехаются? Ну, типа, все абсолютно. А они думают, что никто не знает. Это просто стереотипы, я так не считаю. Ага. Все, я пошел в жопу. Ты что-то придумал, да? Ты не можешь 3 минуты сказать? Не, нет, просто они все на поверхности, не хочется даже. Да говори, блядь, все. Ну, иди в жопу. Все, ладно. Даже как-то не хочется. На поверхности? Давай. Так иди в жопу. В лоб, смотрю, в лоб. Идеальный ответ, он на все работает. Да. Дар, ты, конечно, что-то как придумаешь, так придумаешь. Да. Есть. Готов? Люда, соберись, блядь! Помахал рукой и поехал. А когда Крым забрали, что ты делал? Я за нельзя, ну такие вещи. Помахал рукой и поехал. Но Дар, мы же не над вещами, мы же над тобой смеемся. Как ты честь генералу отдавал? Помахал рукой и поехал. Приехал с командировки. Хочется трахаться, жены нет. Помахал рукой и поехал. Обратно в командировку. Туда чисто наярил и обратно. Так, а мы типа какую-то определенную степень рассмешили. Не, ну Русик не рассмешил. Ну да, все. Русик, давай. Русик, Русик. Трах тебе дох. У меня очень воняют ноги. Елена Корвец, скажите, почему вас выгнали из танцев со звездами? У меня очень воняют ноги. А что, Анатолич рекламирует New Balance, а ты нет? У меня очень воняют ноги. А ты думаешь, он их обратно сдает? Походил и сдал. Как начнется новогоднее обращение президента? У меня очень воняют ноги. Фраза, после которой тебя дала бомжиха. У меня очень воняют ноги. Ты мой хороший. Так, а что ты скажешь на это? У меня очень воняют ноги. Да. Что человеку еще нужно, да? Да. Давай. А дизармы, это что, тебя в армию не берут? Просто не трогайте меня. Просто не трогайте меня. Что ты говоришь причем перед съемками? Нет, что прищи, говорят, его рукам. Просто не трогайте меня. Ой, какая у тебя писюлька интересная. Сейчас только в зеркало посмотрю. А не подскажете, где можно долбоеба найти? Сейчас только в зеркало посмотрю. Женька, побежали быстрее, сваты начались. Сейчас только в зеркало посмотрю. Расскажи, как выглядит женская пися изнутри. Сейчас только в зеркало посмотрю. Чисто девочки. Спираль. Это типа ты вагина, понял? Не типа ты вагина. Обернись. Либо да, либо нет. Как там правильно, Светлана? Либо да, либо нет. Светлана, либо да. Светлана, либо нет. Либо нет. Звукач, у меня петличка работает сейчас. Ой, Женя, а где ты такие бусы из ануса достал? Только если с парашюта. Эй, счастливый зять, выкинул бы свою тещу из самолета? Только если с парашютом. Эй, счастливый зять, блядь. Это что, диалог из рекламочки какой-то, блядь? Эй, счастливый зять. Переспал бы с тканью. Только если с парашютом. С тканью, да? Ну, если выбирать. Сидят два друга в деревне, такой, а ты, ну, чисто там, с тканью переспал бы. Ты что, скотина? Это все мое, родное. Зачем вы семью убили в зале? Это все мое, родное. Родная кровушка. Выигрывать, делая ставочки на фаворит спорт. Это все мое, родное. Спасибо. А зачем ты свою сперму в бутылку собираешь? Ну это же... Все мое, родное. Ну и как вы оправдаете свой инцест? Ну это же... Все мое, родное. Эй, долбоеб, скажи рифму на слово «коза». Ну это все мое. Нормально сказал? Это все мое, родное. Давай. Сам долбоеб. Просто добавь воды. Мама, там бабушка засохла. Просто добавь воды.
Бабушка Мивина такая, да? Курага. Мальчик, помоги спасти фиалки. Бабка просто добавила воды. Спасибо большое. Спасти фиалки. Есть. Кто убил коня? Слушаюсь, мой господин. Ну-ка, живо писю. Слушаюсь, мой господин. Причем я не договорился, что с ней делать. Давай. Если ты Эльдар, ты пьешь только Эль? Просто рядом постою. Ой, я бзданул. Я просто рядом постою. Ну, мы вашу женушку оттарабаним. Ну, я просто рядом постою. Ля, собаки ебутся, прикинь. Я просто рядом постою. О, смотри, береза. Я просто рядом постою. Стой, подожди. Почему я так не смеюсь? Я въебу, блядь. Это же смешно. Недооценил ты березу. А у меня стояк. Я просто рядом постою. А. Ну, я что, я, ну, ты понял, что его смешит? Он же... Березка и стояк. Побеждаю стояк, естественно. Есть. А через тебя пекинская капуста дешевле? Ну, раз вы настаиваете, я приму ваше предложение. Попробуй настойку. Ну, раз вы настаиваете... Ну, раз вы настаиваете, я приму ваше предложение. Я тут самогончик варю, не хочешь нахуй пойти? Сюда сходить. Ну, раз вы настаиваете, я приму ваше предложение. Два очень разных предложения. Информация и сразу... Я просто от настойщиков все предложения принимаю. Давай. Откуда у тебя такие шикарные джинсы? Тирлим-бам-бам, тирлим-бам-бам, окном идет купаться. А как ты в X-Factor попал? Тирлим-бам-бам, тирлим-бам-бам, окном идет купаться. А с какими словами ты писю подмываешь? Тирлим-бам. Жене. Тирлим-бам-бам. Не, брату, ладно. Да. А Николай, сокращенно Никал? Не, ну ты вымахал, конечно. Блин, веер закончился. Блин, ну ты вымахал, конечно. Ну ты вымахал, блин, весь воздух, ёпрасеты. Мужчина, отойдите, вы мне экран загораживаете. Примерно вот такая вот колбаса. Что, как сын? Вот такая вот колбаса. Дед ёбнулся, колбасу увидел, так его впечатлило, теперь постоянно повторяет. Вот такая вот. А, есть. Children, who is on duty today? Мне Big Mac меню. Приветствую вас в KFC, что заказывать будете? Мне Big Mac меню. Тролль такой. Охерел. И в кепке Макдональдс. Конфеты или жизнь? Это не к добру. Трамвай ноги отрезал. Это не к добру. Смеха. Такая примета. Примета, да? Здесь явно ничего хорошего. Кум повесился, поссоримся, значит. Соль рассыпем. Ну, вот такой обратный. Жена ушла, видимо, расстанемся. Дед помер, к дождю, блядь. Я готов. Что у тебя под шапкой? 272-06-00. А как там «Жди меня» вот этот их номер? 272-06-00. Какова окончательная длина твоего ануса? Длина, не диаметр. Длина ануса? А у Эльдара же он длинный. Вот такая колбаса. В данном случае у Руслана. 272-06-00. Долбоёб, ты выучил алфавит? Кейси, блядь, 272-06-00. Готов? Жека, а у тебя штаны в полоску или в тюрьме? Да не бывает такому. Прикиньте, они будут на видео слышно. Да. Что ты, чушка, обосрался? Вот ты неугомонный. Что там на концерте Дзидзё? Пожалуйста, успокойся, я мама. Бать, ты что, ёбнул? По-моему, играть стало как-то просто, ребят. Смешно загадал. Есть. Скажи мне, как называется вот прикол-то твой? Я быстрее ветра.
Че ты спереди весь в моче? Ну скажи, это гордо, скажи. Я быстрее. Ну что, может, как раньше, по бабкам? Остановитесь, пожалуйста. Эй, Усач, иди залежу. Остановитесь, пожалуйста. Мальчик, иди сюда. Остановитесь, пожалуйста. Неуверенный гаишник такой. Остановитесь, пожалуйста. Давай. Лол, кек, азаза. О, привет, я тебя тут не видел. Да, с соседнего канала. Зачем вы на меня какаете, мужчина? Раз так, да. Валик уже готов. Просто хотел представить эту картину. На следующий выходите? А? Долбоёб, у тебя нет ни пилы, ни наушников. Вы гланды вырезали там уже? А? Остановите на следующий, пожалуйста. А? Так, ну со спины долбоёб, а повернись, пожалуйста. Да-да. Библию читал, чмо. Вот это наша. Ну он давит, но я еще не могу сидеть. У меня чуть пиво, короче, включиться по пизде не пошло. Дядя, вы тут долго еще стоите? Подожди, у кого-то жопа воняет. Почему на меня посмотрите? Представь, что ты сам в комнате такой. Учитель, мы будем начинать там? Подожди, куда жопа воняет? Что может почуять акула за 100 тысяч километров? Подожди, куда жопа воняет? Я так рада, что ты пригласил меня на свидание. Подожди, куда жопа воняет? Согласны ли вы взять в жены Николь Кидман? Подожди, куда жопа воняет? Бля, ебать нам собакам, и нечем заняться. Кто? Развлечение! Про собак ты точно знаешь. Есть. Это белые кроссовки или обоссанные? Честно, до этого его здесь не было. Данилыч, ты Соколова привел на нашу встречу, ё-моё! Я скатал, секретность! Соляру ты, соляру нет! Чё тут левые люди есть? Секретность, чё ж? Кузубов. Честно, до этого его здесь не было. Гарри, я еле согласилась на этот секс. Что здесь делает Рон Уизли? Рон Уизли, рыжий. Честно, до этого его... Ну, развел Гермиону, и тут, блядь, друга позвал. До этого его здесь не было. Это все мантия-невидимка Гермиона. Немножко фанфиков. Проблема с Гермионами. А можно мантию-невидимку надеть так, чтобы чисто... Только пенис? Да. У вас пес умер. А я голову под дождем мою. А я прикалываюсь с 8-го этажа писать, говорю, дождь. А я... Голову, кстати, под дождем мою. Если хочешь, я никому не расскажу этот секрет. Я из М-бэнд. А М — это маленькие члены, да? Я из М-бэнд. Не дай бог ты ухмыльнешься, я тебе в табло пропишу. Я из М-бэнд. А как себя называют работники метро? Я из М-бэнд. Прикинь на работу. Мы М-бэнд. Мы все под земной, мы андеграунд. Это М-бэнд. Метро. Метро, М-бэнд, блядь. И мы сегодня едем на Арсенальную. А я из гэнг-бэнд. Здесь было не важно, здесь чисто рифмовочка. Гэнг-бэнд, блин. Гэнг-бэнд. Не надо мне рассказывать. Потом загуглишь. Ваши слова заморские. Как это называется, придурок? А ну-ка, генерал РК, разъебите зал. Пап, смотри! Та-та-та-та-та-та!
Ну, ждал где-то. Так, ты деда на плече несешь, он что, пердит, что ли? Совершенно верно. Представляете, человек нес деда, тут пёрнул, тут сделал вид, что это парсинка. Не знаешь, когда дед напился, забота, просто на плечо накинул его, что тут был посвящен. И дед на него расслабился, дает. Блять. Расслабься. Да ну я просто все уже было. Все, что сейчас приходит в голову, оно все было. Да, нет, ничего не было. Ничего не было? Нет. Тогда... Хорошо, хорошо. О, нормально. Угу. Да? Здорово. Ну что, пойдем? Мне не больно. А что эта курица недовольная такая? Мне не больно. Сейчас буквально как комарик укусит, и мы дадим вам пизды. Мне не больно. После операции нам пришлось удалить ваши брови, но мы оставили усы. Мне не больно. Адам, я сейчас твое ребро пиздану для дела. Мне не больно. Валик, наш формат проиграли финал. Почему это кого-то вообще должно Мне не больно. А я вам поставил одну звездочку, водитель. Мне не больно. И насрал в салоне. Мне не больно. Хлёсткий кулачок. Мне ж самому больно, я не хотел. Мне не больно. Извини, пожалуйста. Гнида, почему дельфины умерли? Извини, пожалуйста. Ты, сука, мужик, не унижайся. Извини, пожалуйста. Больше не буду. Че, дурачок, мне? Перееду, наверное, в Австралию. Я слышал, что кенгуру такой болт. Перееду, наверное, в Австралию. Переехал собаку. Перееду, наверное, в Австралию. Логично. Очень стремается. Я что-то нарушил. Собака мэра. Давай. Эльдар или Эль проклятие? Это же надо было такому случиться. От Эльдара беременна волчица. Надо было такому случиться. Надо пропивать, давай. Не, это Эльдарася пусть поет. Не, ну было, мне понравилось. Он играет свою ногу. Так, мне понравилось, пойдем со мной. Это оценка. Оценочная от языка. 4,9. Прикиньте, зал таких людей, как Эльдар. Нам нравится. После шутки. Вместо смеха. Курочка говорит, не, подожди. Кошечка говорит мяу, собачка говорит га, сепаратист говорит. А может Екатерина? Нашему Генделю нужно благородное название. Вот этот Гендель, который называется «А может Екатерина?» Давай. $100, и я твоя. В такие секунды я пою. Что ты делаешь во время секса? В такие секунды я пою. Ну ты еще? Пока давай, ему давай, пока давай, не нравится. Что он смеется, это не важно. Ему пока не нравится. Когда в компании пустил шептуна. Такие секунды я пою. Ну тебе не нравится. Определенно. Здравствуйте. Пожалуйста. Вот Станислав Баклан. Пожалуйста, не трогайте меня, я саранча. Русик, а Занька еще вернется в сезон? Пожалуйста, не трогайте меня, я саранча. А ты ж вытирал вот эти записи на стене Spice и соли. Пожалуйста, трогайте меня. Объебанный человечек ходит, вытирает. Я против этого, чтобы дети здоровые росли. Око за око, зуб за зуб. Я люблю, чтобы свободно было. А что ты себе вот так вот трусики натянул и отрезал? Я люблю, чтобы свободно было. Маршрутчик, а чего вы на остановках не останавливаетесь? Я люблю комфорт с тобой. Да. А почем сюрикены? Слышал, взрыв?
Понятно. Настоящий мужик должен охотиться. А что, вы жену убили? Настоящий мужик должен охотиться. А что это ты в клуб пришел в камуфляже и за шторой спрятался? Настоящий мужик должен охотиться. А что ты после секса с женой говоришь, о, завалил кабана? Настоящий мужик должен охотиться. Что ты, когда едешь по мосту, в такси открываешь окошко и всем рыбакам по очереди говоришь? Что ж вы занимаетесь фигнёй? Не, с ружьём! Настоящий мужик должен охотиться! Но хотя бы нет, что же? Попросил таксиста помедленнее ехать и каждый. Настоящий мужик должен охотиться. Напомни, какой у тебя был статус ВКонтакте до закрытия? О, это Эльдар. На прыщ надвигаются руки. О, это Эльдар. Тамара, я до 7 числа с мужиками уезжаю в Харьков. Чуваши? Народ такой странный есть. Чувак! Он просто так искренне, такой, блядь, странный. Такой искренне вспоминал, знаешь. Готов. Фотограф, а чего вы нас не фотоете? Карету мне! Так, ну уже вроде все ваш анус влезло. Карету мне! Смотрите, какой конь пиздливый. Карету мне! Ты когда в уклоне цену до минимума снижаешь, что кричишь? А все ж так делают? Даже когда 3 гривны какие-то? Нахуй! Нет, когда типа и так недорого проверяют, а есть ли влево еще можно потянуть чуть-чуть? Да. Зырянов, это ж псевдоним? У нас, кстати, сейчас акции. Да, бля, мне акации нужны. Хули вы заебываете? У нас, кстати, сейчас акции. Блядь, УЗИ показывала одного, а тут тройня. По акции. От двоих отказались. Они скотчем примотаны. Маленький такой ребенок один. Мне кажется, Коля не смеялся, а страдал только что. У нас по акции примотаны. Шо ты, хохол? Лето. Сынок, ты как на зоне? Лето. Сына, у тебя есть один шанс. Какой тебе конструктор подарить? Лето. Плацкарт, вонючие носки, курочка гнилая. Гнилая курочка. Есть. Как правильно, Джеки Чан или Джеки Качан? Тю-тю, я тебя убил. Тю-тю, я тебя убил. Тю-тю, я тебя убил. Ну, постреляй на корейском. Тю-тю, я тебя убил. А, это же знаменитый гей-барыга. Накуривай тебя. Я тебя убил, блин, вот этот гей-барыга. У вас третий сосок вырос. Чувак, возьми за себя. Ну, вы не очень похожи на фитнес-тренера. Чувак, возьми за себя. Так, нам для русской версии нужно переделать слоган фирмы Nike. Чувак. Возьми за себя, запустил. Почему у них маркетолог гнида? Чувак, он русский. У вас из ушей кровка подтекает. Я мужчина. Ты когда решил усы оставить, что ты себе перед зеркалом говорил? Я мужчина. Женщина, выйдите из мужского туалета. Я мужчина. Неприятная ситуация для мужчины. Давно такого у бабушки не было. Ну, теперь ты, конечно. Что? А что ты пальцем нюхаешь, Коля? Тебя покурил. Бабушка с сигарой. Коля курит. Значок плейбой. Нюхает бабушка. Давно такого у бабушки не было. О, мужчина. Я мужчина. Да? Я мужчина. Дядя Коля заходил, да. Олег Ляшко, на зоне и будь мужчин.
Где мужчина? А где, я извиняюсь, вот это, Чина, редактора Лиги Смеха, его муж, а? Я муж Чина. Да, насладиться, насладиться. А, да. И он же не дрочит. Да знаешь что, нормальные мужики на заводах хер сосут. Блядь, на тех ты заводах работал, Коля. Да. Пойдем, я тебе уши сделаю. Опять 25. Дали сдачу 25 копеек по 100 монет. Опять 25. Дядя Жора на сольники, считая зрителей. Каждый год, блядь. Дядя Жора после корпа считает зарплату. С 2009-го. Все, да? Готово. Господи, ты просто копия, Иисус. Чуваки, там в окне кто-то палит. Тут палите Сувора Заборонина. А там в окне кто-то палит. Почему тут Сербия подъехала? Давай. Валик, я б тебе и свою дочь доверил. Давайте вместе, мужики. Эх, что последнее слышала Белоснежка перед тем, как тарабанили все? Такая, вроде и спит, а что-то сквозь зуб слышит. Притом, я про девятую роту вообще широко. Да. А это ж вы тот самый мужчина, который насрал мне под дверь? Ой, застеснял меня. Все, ура! На этом основная часть закончена, но мы обязательно должны сделать рубрику «Ответы из Инстаграма». Если ты еще не подписан на Инстаграм «Львы на джипе», сделай это прямо сейчас, после того, как досмотришь эту рубрику. В рубрике «Ответы из Инстаграма» наши подписчики написали ответы, по которым мы с вами сыграем в ДЗК. Выбирай, по одному, не смотри. По одной штучке. Mm-hmm. Да. Все, Жека, с тебя. Вы сразу не говорите? Давай, да, Жека. Точно так же. Давайте. На счет три мы разбежимся с тобой. Просто не умею флиртовать. Чё ты напердел в комнате? Просто не умею флиртовать. Первый. Этим же вопросом сейчас второго. Давай. Моя очередь, да? Да. А чё ты нюхаешь то, что он напердел? После этого я курю. А подождите, а вы ж были Мария Кюри. После этого я курю. Посмотрел Джеймса Бонда и решил, что если сигареты Бонд, это оно. После этого я курю. Ну все, я сигарет, по сигарете писюном поводил. После этого я, как правило, курю. Ну ему не нравится еще. Да, ему не нравится. Айкос начали выпускать вибрирующие. После этого я курю. Есть! Ну, может, не понравилось. Подожди, понравилось? Классно было? Как вибрирующий айкос, может, не понравится. Ты будешь, посмотрите, какой урод. Вот поэтому я тебя не люблю. Вот поэтому я тебя не люблю? Сынок, мне зарплату дали, держи ручку. Вот поэтому я тебя не люблю. Я, конечно, в боях, когда играю, три пальца засовываю. Что твоя мазденка, если честно? Мазденка? Я хотел последний момент взять слово пизденка. Странно. Мазденка. Мазденка, блядь. Да. На этом мы закончим. Такая нота. Бывает и такое. Давайте смотреть правде в глаза. Бывает и такое. Все, пацки, на этом все. Мы честно, ну уже отмучились, да? Вы устали? Устали, ребят? Нет. Ребята, мы кайфанули с вами. Вы как? Что вам вообще? Вы живы? Нет, вообще балдежника. Балдежно. В общем, молодежно. Лето. Я призываю всех ждать работы пацанов, видео, сериалы, скетчи, чтобы это ни было, и смотреть. Да. А вас я призываю, что сделать?
нажать лайк, нажать подписку и нажать уведомление. Это колокольчик, ты его найдешь, он чуть-чуть справа, вот здесь под видео. И обязательно напиши комментарий, любой, что хочешь. А еще... С друзьями поделиться. А еще, да. С друзьями поделиться. Да, ну можно. Ну да, поделись с друзьями. Тебе нравится ДЗК? Делись им с друзьями. Выкладывай в Instagram Stories, выкладывай куда? В YouTube видео наши. Перезаливай, открывай свой канал ДЗК. ДЗК-2. ДЗК-1. Понял, чтобы мы такие ДЗК-1 были, а мы такие ДЗК назвали. Все, короче, смотри ДЗК, тебе пока, и обнимаем крепко. Интересная информация. Давай, Коля, давай. Если она заслуживает, чтобы это вставить. Давай. Я узнал, что нашу передачу смотрит футболист Сергей Кривцов. Поэтому все теперь болеем за Шахтер. Вообще, блядь, чего? Я понял, пошел нахер, справедливо. Сергей Кривцов. Спасибо, что смотришь. Пацанам тоже покажи ДЗК и играйте уже нормально в футбол. Все, ребята. Давайте. 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 Давайте.